Всім привіт. Ніяк Дашулечка не настроїться сьогодні зранку. Да, Дашулька? Щось тебе там не складывається сьогодні, да? А що так довго? Ну я ж говорю, що то не все йде гладко. То я нас слышу, там дуркует Даньку. Что? Бігаєш? Джесі, а Джесі ждеш? Коли ж вона спуститься? Да, Джесі? Джесі? Угу, да. Вона розмовляє. Вона така умна. Дуже умна собака. Вона день на розборці. Летять, летять. Жду тебя. Чаек уже тебе сделала. А ты все никак. Сховалась. Пожалуйста. Утро доброе. Доброе. Это такое утро у нас, бачите. Доброе. Дашулька, я тебе тут еще денежку положила. На проезд. И зайдешь в магазин, разменяй. А карточка твоя где? Под чехлом. Понятно. Надо туда еще и паспорт потянуть. Ну карточка пускай будет с тобой. Ну да. Так, а я сейчас буду мерить цукор. Сейчас пойду помою руки и измерю сахар. Здесь у меня то, с чего я начинала. Вот. 10,5, 10,7. В общем, такое. Сейчас буду мерить уже сегодня. После того, как пропила уже таблеточки. А мне сколько? 7,4. Это на точек. Так. 7,4. Пишем. 7,4. Это у нас сегодня что за день? Четверг. Да. Четверг. 7 марта сегодня, да? Ой, блин, испачкала она. Да ладно. 7 марта. Завтра 8. Да. 7 марта. 7,4. Это при том, что я, ну, это, ну, мне кажется, что есть результат, если вот сравнить, да, 9,6, 10,7, то 7,4, как по мне, даже очень, очень неплохо. Этот листик себе оставлю, как память, с чего я начала. Да. Но... Бабушка говорила, что бабушка Алла говорила, что вот меряешь с утра, а потом типа главное этот, ну типа чтобы сахар не повышался после еды в течение 2 часов, чтобы не было скачка вверх, когда ты покушаешь. В общем, не знаю. Так, ладно. Как-то так-то. Ну все равно. Пошло вниз. Просто я... Результат есть. Ой, подухаться. Ой, подухаться. Даша, подухаться. Да, сегодня. Подухаться, подухаться. На. Подухайся. Доча, не забудьте зайти разменять гроши. А волосы? Волосы подухало? Да. Слава Богу. Все подухало? Да. Прикольно тебе. Доцюля, ты ж что, в счастливые часовни наблюдают или что? Ну да. Я так и поняла. Смотри, какие кармашки большие. Давай сумочку. Я уже в зубах. Угу. Ну да, ну да. Телефон выгоняет из дома. Хорошего дня. Люблю тебя. Спасибо.
Спасибо. И я тебе. Выгоняй. Да, давай, иди уже. Тебе выженеш. Не хочу. Ну все, уже Джесси тут як тут. Держи. Все ж провожає. Джесси, может, дома останешься? Ага, аж перепинилася, осталася. Ну, теперь и я покушаю. И буду пить свои таблеточки. У меня уха, то, что я варила несколько дней назад. Я ее еще до сих пор кушаю. И сюда просто покрошила черного хлеба кусочек. Оно набухло. Вроде бы я сюда пив хлеба и не скрошила, да? Размок хлеб. Это сейчас у меня будет мой первый прием еды. И потом буду пить лекарства. Бежит мой Константин. Мне до сих пор не верится, что ты со мной. Вот тут рядом сидишь. Да, надо этот, заедем сейчас. Заедем, хорошо. Угу. Сейчас будем с Костей мыть машину. Не, не это. А, это, да. Сейчас, где она тут? Щось не пойму. А, вот. Не, это стоп. А, активно-пивно. Боже, я что-то забыла, что нажимать. Внутри там машины сидит Данте. И ему всегда так интересно, когда этот процесс происходит. И он начинает лаять и пытаться эту пену или воду ловить ртом. Да зачем? Тю, Костя. Давай быстрее, бо сейчас это, деньги на счету там закончатся. Это ж, когда пена идет очень быстро. Капец, весь уже белый. И на лице пена, господи. Все, я выключаю. Давай бы сейчас оно, смотри, как считает. Все. Тебе лицо в пене. Даня, оно гавкает. Слышу, я говорю? Да, да, да. Думает, зима настала. Так, высокий тиск. Ладно, да, давай. Боже, як хорошо, що це чоловік вдома і машину може помити. Високий такий став зверху. А я коли мою, то мені треба аж я так стою на це, щоб достати. Всем привет, мои хорошие, мои любимые, с праздником, с 8 марта. Счастья вам, женской любви, здоровья и всего, чего вы желаете сами себе. Любите и будьте любимы. Ну, а мы сейчас отправляемся с Данте в ветклинику. Всем привет. Вот, и делать операцию. Да, будут ему сегодня делать операцию. Мелкоста. Купили намордник и едем на операцию. Он такой смешный. Зайка. А намордник один маленький, а этот большой. Но все равно он не укусит, если что. Бо он вчера отбивался. Такое творил, не давал уколы сделать. Такое вытворял. Знаешь, на кого похож? Ну, то, что со шпагами как? Ниндзя? А, нет. Со шпагами Сара. Это фехтовальщик. Фехтовальщик. Ты фехтовальщик, блин. Чудо, юдо мале. Ох, я так за него переживаю. Я вчера так перенервничала. Пока ему эти уколы делали, у меня аж руки трусились. Я не могу объяснить это. Очень прям...
А потом приехала домой еще и плакала. Зайчик. Зайчик мальчик. Он с открытыми глазами спит, да? Будешь потом пересматривать. Всегда тогда куда-то. Это еще тихо. Сначала это класс, а потом нет. Да, крупляться точно. Маленький мій, маленький. Я зітько того виставив. Вас хочуть не привити? Ну це от злазу. Хто ще от злазу? Ми на вулицю не ходимо. Не ходимо на вулицю. Сквозняки є, балкон є. Да. Да, на луга. Бачите, нами дохтували. Надь, не нервничай. Скажіть, тут задній ручку. Я вам не дуже сумно. Ну, я не знаю, мама таких блокад не буде робити, то під кожен буде колоть. Отак його не буде. Так, ми зараз оставили його. Йому спочатку укол зробили, типа, він розслабився, більше так уже спав. Я на телефон достав, покажу. Ага. А этот... Ну, вставим видео, то есть. А, и поставили ему катетер же. Катетер это в вену... В вену будут наркоз вводить. Под капельницу иголка такая. А где поворачивать? Следующий, наверное, да, поворот дальше? Зайчик, ты просынаешься уже, да? Мій рідний. Надо же уколы, це все. Уколы давай. Кость, а сяк... Ой, я, мабуть, тошнить чешу. Сяк до нього, наверное. Та не буде нормально, дай, я его подержу. Да? Если что. А він не дав чим протирати, да, Костя? Блин, хлордексидин надо. То купим, сейчас заедем. Едем в аптеку. Усе его швы. Швов наложили миллион, короче. Через 5 дней, сказать. Поехали. Поехали вот эту. Угу. Мы уже дома. Данюшка. Даша сидит с ним. Отходить від наркоза, ще його вкрили. Маленький такий. Маленький. Маленький. Спасибо. А це тобі. Цветочок грибочек. Спасибо. Цветочок грибочек. У мене є растіння, все, мама. Моє. Она типа, да, вагоны маленькая тележка. А он еще два маленьких, смотри. Угу. Завяжу, я поставлю водочку, бедласочка. Угу. Спасибо, солнечко. Вау, поставлю себя в комнате, буду. Люблю тебя. И я тебя очень люблю. Маленький. Ну, сейчас давай я тебе простебню, так я тебе покажу, поставь цветочек. Поставь цветочек, простебни вот это, подивись, яке ушко. Він поки його не чаше. Простебай, не бійся. Ух, швів тут, звісно, капець просто. Дуже багато. Маленький дитю. Хай так, може, побуде, щоб йому до уха не касалося. Ну, якщо ти коло нього тільки посидиш. Угу. Ух, капець. Маленький. Зойки. Тут вже потихеньку просинається, вже встав, сів, да? Кукуськи, я вже йому ушко помазала. Маленький, мій зойтику, це тут теж в цьому ушку мазь, бачите? Положив, лікар положив, мій рідний котик маленький. Вже він повністю не відійшов. От ходимо потихеньку. Що прийшов? М'яу. Даже коти волнуються. Менше б билися б. Було б краще. Да, Данило? Таке ухо, боже.
Мир такой хороший. А мне, смотрите, какой подарок подарили. 8 марта. Мне тогда так этот плед понравился. С Донью. Данюшка, две какие у нас теперь пледья. Будем с тобой укивать? Маленький зойтик. Спасибо большое, очень приятно. Он мне тогда так понравился. Такой красивый. Да? Да. Даньку наш. Очень похоже. Угу. Есть еще мои очки надеть. Где-то есть у нас фотка с очками. Да. Зойкин, маленький Зойкин.